Если вас укусил богомол, и вы не знаете, что делать с этим, то обязательно досмотрите ролик до конца. Богомол – насекомое не ядовитое, но его укус очень болезненный для человека. При укусе может откусить немного кожицы. А также он является переносчиком различных инфекций, таких как брюшной тиф, холера и так далее. Обработайте рану антисептиком и помажьте йодом. Через час палец больше воспалился и начал жутко болеть. Появились судороги, выпейте обезболивающее. Чтобы снять отек, помажьте антигистаминной мазью. Если хотите увидеть, что стало с пальцем, то переходите в мой телеграм. Ссылка в закрепленном комментарии.